А, один гол вперед. За мной. Так, эти ушлепки сейчас будут проливать, скорее всего, выход. Если, конечно, у них фантазии хватит. В воду нырнули. Именно в воду. Не по поверхности, а в воду. Нет тут никого. Направо сразу наверх регру. Да, они наверху с катами. Слева, 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 стали на мне. Стоим, 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 стоим. О, хорошо, все по-моему. Они а. Гарнизон херачат там и половину здесь. Ту гарнизон этот, бэй. Бэй херачит. Хорошо, хорошо, хорошо. Катами. Прямо, 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 прямо. Сейчас вот туннель, выходим. И контроль пошел, этих быстро сносим. Стабилити ап. Там часть уже убежала. Я смотрю. Чувак, пока, бэймч. Пипец, а как он выжил? Офигеть. Вот там так. Обрыв такой, он с нее свалился и разбил. Должен был разбиться. Свалился и разбился. Те две каты тоже даун. Хорошо. Я понял, сейчас помню. Спасибо. Так, уходим сюда, в эту сторону ввода. Там не регрупп сразу. Сранцы забрали сопланию нашу. Сейчас пойдем туда там на 6 часов. Рейндер, осторожно. Сейчас на 6 часов ломанемся. О, назад. На эту. На арену. Через арену выходим, идем в сторону 6 часов. Интересно, они бы сейчас будут сбирать, не будут. 4 минуты. Ну, да. Мечей пока нету. Там были только. Они есть мечи, слушай. Он снизу рейнджер. Ну я в бэе, например. А, хорошо. Я сегодня где-то до 56 побегаю. Потом мне надо будет идти. У меня теща подставу замутила. 10 деза на червячных. Угу, хорошо. А может и не 10 уже? Какую? Хочу, блин, в гости к племяшке идти, блин. Угу. День рождения. Такой кайф, дальше некуда. Сидеть и слушать разговоры про рынок. Ну. Пал я лысый череп, это все эти разговоры, они мне так надоедают. И главное, ты должен сидеть и молчать, потому что любую фразу, какую ты не сказал бы, все воспринимается как оскорбление какое-то. Так, что-то у меня вылетели двое сразу одновременно, Юля и Сева. Да, у нас клиент крашнулся. Вот вы. Какие вы? У вас так даже клиент одновременно крашится. Ничего себе. Ну. Чё там с червячными воротами? Я не могу даже зайти сейчас. Ты посмотри, он может быть у тебя в этих в процессах мог зависнуть. Пол хп ворот. Каких? Внутренних? Северных. Внешних. А, внешних северных? Да. Ясно, успею. Червячные. Полфингос луков. А это кто бегает? ЖС. ТК там он их чуваки гоняет. В плане еще минут 10. Мы не успеем. Все, мы их откинули. Привет. White Lions Club. Не повезло чуваку. Ну это наоборот повезло. Да. Вернулся быстро на бордер, да? Именно. Говоришь, вы их там всех убили, да? Да, только ворота зачинить надо.
Там внутри арокарт на этой, на крыше стоит с севера, если что. Если вдруг. Вы еще там кого-то бьете? Фига вы. Они вдвоем десятку разложили, он стоят, мешки собирает. Места Лок. Нету. Ворот ремонтируем. Так, сейчас придется обратно идти на них. Они очень классные. А, вон они еще. Или вы то уже добиваете их, я не понял. Мы добили хоть. Там соплайня минута 10. Ладно, пошли на верхнюю соплайню на эту. Мне сейчас надо будет где-то на минут на 5 отойти. Сейчас сбегаем до башни, это попробуем башню, если получится, то после нее перекур 5 минут сделаем. А если не получится, то не будем? Не, в любом случае будем. О, так. Запинать. Видимо, на Йоту не попал, который. На ЕВГ, это хотел сказать. От фото, да. 20 секунд. Фон у меня тут. Башня-то деревянная, походу. Нет, Т3. Тут... Башенка-то Т3. Я сейчас разминирую, если есть. У меня ноль. Нету. Один роукарт. Кэнон заготовка. А, это роукарт вообще на дальней стенке. Сто пятьдесят саплаев. Может, 12. На суплайке стоит роукарт. Так, масло. Full DPS. Там наверху роукарт стоит. И сейчас чувак за него сядет. Да, уже ворота сел. Проливаются. Может, катами все-таки будет сбоку попроще зайти. Идите за меткой все. Если Дэн молчит, это еще ничего не значит. Ну я сказал, у меня телефон, блин, ну че вы, ей-богу. Я посмотрел там, что там дохерна этих балбесов, какая-то хрень там понастроена. Внутри трибушетов я не вижу, баллисты нет, тоже. Это не на С. Там АЦ-шка одна, он на саплайне сверху стоит и все, да? Хорошо, угу. Сейчас полностью заливаем эту стенку. Под стеной сейчас будем устраивать им тотальную застройку. Забираем эту башню, и я ухожу в ФК на 5 минут. Можно на 10 этаж. Я звонил. Какое тебе пиво брать? Я тут в фозе. Я ему сказал галочку. Угу. Рукард строится вот здесь. Элим и Нехр заливаем не в карт. В гилтруме прямо на подъеме. А, прикольно.
Залейте, залейте, залейте РФ-карт. Лук под нами. На РФ, на каты сядьте прокачанные. Две каты слева пустые. О, две целых, остальные отрубили. Опа. Блин, чё все до единого вдруг почему-то убежали отсюда, все РНЖ. Никого нету с левой стороны или заливают, зато все убежали сносить РФ-карт один единственный. Еще один. Не, Элим и Некры вернулись сюда, заливку сверху, чё за херня? Чё? Заливаем с правой стороны, правую башню. КДШ. Кто-нибудь сядьте на кату, я следствие чуть ласты не склеил. На кату на правую. Я не прокачу. Всё, каты откатились, быстрее занимаем и ДПСим. Так, порка купол. Юля, купол дай. Левую башню. А же слева. Левую башню пролейте. Ух, блядь, кефир. Там еще АЦшка. Две АЦшки был у меня. ДПС. Купола по очереди, прям по откату ставьте, на катах кто сидит, купола по откату. Купол. Воду дайте на левые крайние. Вода. С дизеблером прям. Купол слева. Сейчас стена падает. Готовь, ДПС, еще ДПС. Сейчас сразу же заходим в лорд рум. 3, 2, 1, go! Пошли, перекат вперед, раз, стабилити ап, и все в лордрум поперли. Перекатами заходим, сносим эти осадки. Большая вода. Чуваки, наверное, такого еще извращения не видели. С таким количеством кат под стенкой. Там он куча целой народа снаружи. На мне регрупп. Что за херня? Слева в текстуре. Где? А, вон он, блядь, над воротами. Залип. Проливайте его. Так, смотрим внимательно за зеленкой, вот за синим точнее. И чампа проливаем, вон он стоит. Я не знаю даже, как его убить. Двойка из посоха. Ну только что разве так, да? Ну, главное ударить. Какой-то джедай. Сейчас я вам его убью. Так, откатились немножко. Рейндж, все, лорд упал, а внутрь, гоу. Лордрум. Лордруме сразу стали. На мне майт дали. На мне регрупп, быстрее. Поднимающийся ДПСим. С левой стороны, 3, 2, 1, гоу. Игнорим тех, кто внутри пока. Прямо. Бля, они удрали все. Расы. Ну чё, и то хорошо. Внизу, на которых накатах ездить, можно подобивать канавтов. В стенке кто-то застрял. А, пофиг на них, кто застрял там в стенке. Так, всё, я убежал на бордер. Всем остальным тоже перекур 5 минут.